2017 год для сотрудников Мирнинской госавтоинспекции начался с печальных событий. В праздничные выходные то и дело происходили дорожно-транспортные происшествия, при этом превысив показатели прошлого года в разы. Но и с окончанием каникул аварий меньше не стало. Сюжет Романа Муконина. Ситуация на дорогах пугает своей статистикой. В новогодние праздники сотрудники госавтоинспекции Мирнинского района задержали 12 водителей в состоянии опьянения. Трое из них были привлечены к ответственности повторно. Также в эти дни произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, одно из которых случилось в поселке Орлах. Там водитель в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус. Пострадавших нет. В другой аварии, случившейся на трассе Удачный-Мирный, водитель был трезв, но не справился с управлением и устроил ДТП. Есть пострадавшие. На трассе автомобиль поймал так называемую бровку, женщина не смогла справиться с управлением, в результате чего съехала с дороги, и автомобиль перевернулся на крышу. Все пассажиры, водители были пристегнуты, вот, благодаря этому пострадали, то есть получили минимальные травмы. Подтверждая опасения инспекторов, в Мирном происходит очередное ДТП. 11 января 9-летний мальчик попал под колеса. Трагедия произошла возле торгового комплекса «Культспорттовары». Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. По предварительной версии, водитель автомобиля поздно заметил мальчика и резко затормозил, но наезда избежать не смог. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение. Врачи зафиксировали мозговую кому, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В данный момент ведется следствие, но уже ясно, виновником ДТП является ребенок, серьезно нарушивший правила дорожного движения для пешеходов. Роман Муконин, Дмитрий Шабагоров, телеканал «Алмазный край».